мы создаем возможности. И по мере возможности занимаемся восстановлением родников, рек и леса, биоразнообразия и взаимоотношения человека с природой. Восстанавливаем родовую память, восстанавливаем смыслы и радости жизни. Когда-то Оша сказал, что нет медитации более эффективной, чем колка дров, когда их ожидает твоя семья и печка. И мы понимаем, что восстановление больших смыслов начинается с малого. Поэтому мы и присоединились к международной программе сохранения и восстановления гуцульской породы лошадей. И сегодня рады поделиться с вами доброй новостью. Друзья, в Биополис приехали настоящие чистокровные гуцульские лошадки. Эта горная порода домашних лошадей относится к мировому генофонду. В 1979 году гуцульские лошади получили статус реликтовой породы и были взяты под охрану. В настоящее время, увы, в мире остается лишь около 2000 чистокровных особей. Гуцульский конь считается вымирающим видом животных. Первые упоминания о гуцульских лошадях датируются 13 веком. Вероятно, эти лошади являются потомками тарпанов. Это одна из самых старинных пород. Ее разведение сосредоточено в горной и предгорных зонах Карпат. Своим именем гуцульские лошади обязаны исконным жителям Карпатских гор – гуцулам. Кони гуцульской породы, так называемые гуцулыки, это животные, которые очень хорошо приспособлены к горным условиям своих родных Карпат. Они отличаются невысоким ростом, мужеством, силой и выносливостью. Их копыта твердые и не требуют подковки. В прошлом этих лошадей использовали карпатские пастухи для верховой езды и перевозки грузов, а в настоящее время они незаменимы для ипотерапии и горного туризма. Жители гор особенно ценят их за ум, выносливость, силу и спокойную натуру. Ни одна другая порода лошадей испытания в Карпатах не выдержала. Люди говорят, если бы не гуцульский конь, то горы бы опустели. Гуцулыки замечательно живут в тех естественных горных условиях, в которых они, собственно, и возникли. Это горные лошади, которые двигаются по горам в любое время года и при любой погоде. Гуцульский конь неприхотлив, даже зимой добывает себе пищу из-под снега. Он не боится ни дождя, ни жары, ни морозов. Гуцулык легко преодолевает препятствия, что очень важно в горах. Достаточно скоростной и поддается тренировке. Они способны ежедневно преодолевать 50-60 километров пересеченной местности, при этом перенося до 150 килограммов груза. Именно такие лошади помогли построить легендарную обсерваторию в 1930-х годах на горе Поп-Иван. Рацион лошадей гуцулыков неприхотлив. В день одно животное съедает около 7 килограмм сена и 2 килограмма зерна, таких как овес, ячмень, отруби. Свекла, яблоко и морковь – это настоящее лакомство для них. Больше всего ценится надежность этой породы. Гуцульские женщины могли спокойно верхом заниматься рукоделием или ткать шерсть, в то время, когда их конь заботился о дороге. Раненого или пьяного такая лошадь всегда донесет домой целым и невредимым. Они самостоятельно, без сопровождения, могли доставить бочки с сыром или маслом с пастбища к месту назначения. Даже подвесные мосты над балками и долинами не были для них преградой. Когда конь чувствовал вблизи присутствие волка или медведя, то прежде всего предупреждал хозяина об опасности. К детям конь относится дружелюбно. Он послушен и терпелив. Поэтому дети часто играются с ним. Это отличный семейный конь. Он хорошо влияет на развитие ребенка, воспитывает любовь к животному, доброту, милосердие. А верховая езда очень полезна для здоровья. Она тренирует равновесие, мышцы, улучшает общий тонус тела. И если раньше гуцульскую породу лошадей применяли только для хозяйственных работ, то сегодня появилось немало новых методов использования гуцулыка, вследствие чего можно говорить об этой породе как об одной из самых перспективных в коневодстве. Биополис – это природоохранный проект. Мы сотрудничаем с другими природоохранными фондами и организациями и внедряем свои программы. Например, такие как «Зеленая страна. Спасти леса Карпат», в которых кони играют ключевую роль, так как являются самым естественным, безопасным и экологичным видом транспорта для передвижения по горам. Лошадь – это вообще незаменимый друг и помощник. Те, кто сегодня создают биосферные природные поселения, нуждаются в лошади для перевозки грузов, объезда территории, привлечения туристов. Мы стремимся сделать так, чтобы гуцульская лошадь стала для них доступной.
эффективная программа возрождения гуцульской породы в нашем понимании выглядит так. Мы даем лошадь, нуждающемуся в ней, бесплатно. Он, в свою очередь, должен свести ее с чистопородным жеребцом и первый приплод женского пола в двухлетнем возрасте подарить другому участнику программы. Для реализации этого замысла нам нужна твоя помощь. Поддерживай нас на Patreon, распространяй информацию о нас. Экологических инициатив сейчас много, но мало тех, кто действительно живет в природе и реально что-то делает для сохранения нашего мира. Сейчас мы активно создаем маточное стадо гуцульских коней, нам нужно закупать электропастухи, до зимы нужно построить конюшню, приобрести косилку для того, чтобы заготавливать сено как нашим коням и козам, так и другим лесным животным, о которых мы заботимся зимой. Наша так называемая цивилизация уничтожила такое огромное количество видов жизни на этой планете, что очень хочется спасти и сохранить хоть что-нибудь. Хочешь больше никогда не ходить на работу? Навсегда забыть о стрессах, болезнях, кризисах и кредитах? Жить, любить, творить и развиваться в окружении друзей и красоты природы? Приезжай в биосферное поселение Биополис, международный биосферный форум, который проходит в украинских Карпатах. Биосферные поселения впитали в себя все лучшее, что есть у экопоселений и родовых поместий, и сделали шаг вперед. Здесь ты вспомнишь, как это – быть свободным. Узнаешь, что можно легко обустроить комфортную жизнь вне города и стать независимым от системы. Научишься полностью обеспечивать себя водой, едой, энергией и теплом. Отдыхай со смыслом. Мы будем строить дома-купола, взаимодействовать с водой и животными, укладывать глиночурку и гонт, делать печь-ракету и бетон из конопли. Мастера международного класса и гости со всего мира приезжают к нам. Приезжай и ты. Здесь тебя ждут древние знания, современные технологии и настоящие друзья. Мощь и красота гор, нетронутая природа, купание в чистой родниковой воде, круглая баня, песни у костра и хороводы – все это зарядит тебя силой, наполнит здоровьем, поднимет осознанность и подарит уверенность на твоем пути из города в природу.